Я уже приехала на работу, открываю. Ой, дверь, что-то тяжело открывается. Сегодня у нас такая солнечная погода, прикольная. Вот, вместо того, чтобы работать, можно было бы спокойно гулять. Вот, так что я выхожу сейчас. Буду расставлять все, даже не смотрела на время. Вот, буду все расставлять и начинать работать. Богдан, остался дома. Я потом приеду, еще проведу одну тренировку дома. И мы поедем швы снимать. Вот за нами приедет папа. И поедем Богдан наконец-то швы снимать. Ой. Вот, и сейчас буду проводить тренировку, работать. И уже завтра выходные. Так что сегодня такой полный рабочий последний день перед выходными. Мы приехали швы снимать. Праздник. Приехали в поликлинику. Да, конечно. Не надо нам недельку. Мы уже, кстати, сегодня перевязку Богдану не делали. Вот, так что вот он уже идет. Сейчас будут отклеивать. Вот идем в поликлинику, там заход далеко. Вот, посмотрим. Смотри, какая-то очередь там. И что это? А? Нет? Не очередь. Вот, пойдем нам на целый седьмой этаж. Самый верхний, наверное. Но там лифт есть. Но там лифт есть, но все равно это долго все занимает. Вот, посмотрим, что там дальше скажут нам. Ну что, мы взяли номерок, тут все так по-серьезному, смотрите. Там телевизор. Ну. Имена вон врачей, в какой кабинет вызывают. Там потом. Я сейчас покажу. Дальше номерки вон там, как в банке. Что высвечивают, смотришь, какой номер идти, в какой кабинет, в общем. Все какое там, как в банке каком-то. Они когда только поликлиники не видели. Кондиционеры. Да, ну, точно. Прикольно тут сделано. Мы будем сидеть сейчас ждать, пока вызовут нас. Решать банковские вопросы. Да. Банки твои решили. Банки ставить? Банки ставить. Вот банк. О, вышли погулять. Покемон наш. Хорошо, что я тебе куртку эту посоветовал одеть. У нас как бы все тает. Молчу. У нас все тает, но еще надо одевать, потому видишь, что. Вот опять подмерзло. Шли вот эти лужи, и они, короче, подмерзли. Льдинки маленькие. Песенка мамонтенка. Какая? Помнишь? Не. Плыву я на льдине. Та-та-та-та-та. Идем здесь направо, да? Да, уже. Мы, короче, с Богданом уже пошли целый круг. Богдан сказал, что... Не, ну не целый, видишь, здесь сейчас повернем. Для нас это как целый, мы чаще всего так ходим. Вот. Так что все это время, после того, как вернулись домой, мы, кстати, работали на компьютере, отдыхали, смотрели фильм, покушали. Вот, так что сейчас уже пойдем с Джейкисом домой. Вот. Надо сделать еще покушать. Ну да, я хотела сегодня сделать плов, посмотрю, насколько у меня сил хватит. Я разморозила как бы говядину, но посмотрим. Вот. Ну а так займемся вместе, быстрее будет, да? У Джекиса, короче, весна в голове. У нас уже вечер, и мы себе сделали перекус. Салфетки убери, покажи. Это я скрыла специально. Бутербродики. Вот, будем смотреть фильмец. Вот, и пить чаечек я сделала. Да? Да. Будем? Восстанавливаться. Как у тебя живот? Не болит? Не болит. Нормально? Да. Джекис. Джека покушал еды, поигрался со своим Степаном. И сейчас решил попрошайничать. Колбаска ты? Вот, так что будем мы... Не знаю, это ужинать, что это вообще ужин, перекус, не понимаю, что это у нас происходит. Обед. Вот я несу тут воды еще, оставлю, вот, и будем кушать. Мы ложимся отдыхать, только что умылись, вот, сегодня такой денек тоже задался, да? Но, какой интересный. У меня сегодня сняли швы. Ура, тут надо салюты пустить. Мы пошли в поликлинику, записались. Ждем. Кстати,
Рядом с поликлиникой сразу Содра. Очень удачно на том стоит. Очень важная информация. Ну вот, ничего, мы... Правда, у нас такой сервис в поликлиниках ужасный. Приходим, захожу, ой, вы куда, да-да, швы снять, хорошо. Подождите, ждем, сижу, жду. Валя рядом сидит, может, минут 20 мы посидели, подождали медсестру, но так никто не пришел. Пошел я, постучался, сказал, заходите, конечно. Все, вот, болваны. И все, как бы я лег, меня там запшикали, натянули эти швы, лезвием порезали, вытянули. И как бы сильно я ничего не почувствовал, так немножко неприятно, но ничего. Вот, и сказали завтра только сходить в душ, все вымыть, почему-то именно хозяйственным мылом. Вот, и все, и по чуть-чуть входить в норму. Правда, сказали, что я еще около месяца в нормальную жизнь не приду. По чуть-чуть, вот. У тебя болел живот, да, чуть-чуть поначалу? Так да, как... когда сняли швы, как ты и сказала, наверное, там все встало на место, и у меня там начало немножко круситься. Но сейчас не болит уже? Не, сейчас уже все. Ну вот такая вот сегодня процедура, у меня уже голос спит, а я еще стою на ногах. Вот такая вот процедура у нас была. Завтра будем пробовать отмывать тебе там Богдана весь живот в йоде. Он весь желтый. Спать не буду, но... Нет, так на животе ты еще долго, я думаю, спать не будешь. Почему завтра? Завтра, конечно. Так что вот такой вот денек сдался. Ну, так что поздравляем тебя с твоими снятыми швами. Спасибо. Восстанавливаемся в нормальный ритм. Ну. Завтра тоже не менее интересный день у нас. Да, завтра сюрприз. Завтра у нас такое интересное событие. О нем расскажем завтра. Да. А пока что... Все, идем отдыхать. Спокойной ночи. Пока-пока.